11 февраля в 14:00 набережная Хабаровска приглашает всех на спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню зимних видов спорта. Этот день мы отметим на Большом катке в дружной спортивной компании хоккеистов и фигуристов, артистов и волонтеров. Вас ждут показательные выступления, зажигательный спортивный флешмоб, игры, конкурсы, призы и подарки. Приглашаем всех, кто любит спорт. У нас на набережной всегда тепло и уютно.